15 апреля 2024 года. Рынок на Фабричной, Подмосковье, Раменский район. А кабачки почем? 300. Дороже мяса? Обалдеть. А капуста почем? А, не, вот этот. А, это 50 рублей. Так, а эти кабачки зеленые? 300 рублей килограмм. Дорого. Свежий. Свежий, они везде свежие. А кабачки почем здесь зеленые? 350. А вот эти вот баклажаны? 300. 300, 350. Кабачки 350 эти вот. Нормально. Приятного аппетита. Всем хорошего дня.